меняете все заново на что-то другое, да? Таким образом, вы достаточное количество уделяете, когда что-то новенькое изучаете, а изучив, закрепляете его уже уделяем гораздо меньше внимания. Но цигун должен быть все время с вами. А кроме цигуна, пора думать о жизни, о себе, о происходящем вокруг и переставать быть идиотом. Поэтому первое разделение мирового – это перестать быть идиотом. Да? Я почему сейчас на это стал наживать? Потому что так сложилась ситуация, что первоначально и требования, условия среды, и советские требования, и, так скажем, чекистки, присмотр за лицами, которые другую идеологию какую-то дают, тут даже самую полезную, там, проще, кто не выбирал, какая полезная, какая нет, не давал мне возможность первую московскую, он очень мог, потому что у меня есть бум учеников, которым сейчас очень приличный возраст, в общем-то, некоторые старше меня приезжали, тогда они разбросаны не только по Советскому Союзу, но и за рубежом, и так далее, они с некоторыми поддерживают связь, вот, но когда я приехал в Москву, была ситуация, когда, в общем-то, надо было закрывать в первую очередь проблему журнала «Боевое искусство планеты». И в первую очередь, перед словом, назывались практики боевые. Цигун, там, ну, разброс на работу, причастность и так далее, в качестве отдельных упражнений, не связанных, как следует, с дружкой, чтобы, когда с никто не подозревал, нечто такое, вот, что я говорю вам здесь и сейчас. Но со временем все изменилось, и началось и сексуальный практик, тем более, вернее, из Таиланда, и большинство мальчиков подошли ко мне и сказали, как общаться с девушками. Как общаться с ними, с этим непонятным, с этим космическим существом, которому все не так, как у нас. Вот, тогда мы стали нарабатывать вплоть до того, значит, что это график, знакомство, там еще что-то и так далее. «Спящий собак», потом сняли фильм «Спящий собак», тоже на то время, когда он уже был в том числе товарищ, который уже видал семьи и прочих, он убежал. Мой дорогой друг, как всегда, стал за пулемет, чтобы доснять с тех пор, что до всех подряд. Вот, значит, только сейчас появилась возможность и по продолжительности семинаров, и по достаточному количеству прочитанных лекций, и это выстроить предметно и сказать, вот, ответить прямо на вопрос, кто кому куда учит, да? Или как-то блоками все ложится более-менее, и так далее, но кто пришло счастливое время. Поэтому пользуйтесь, пока есть такая возможность. Один день в неделю должен быть посвящен полному отдыху, массажу и восстановлению. Это классика любой подготовки. Расскажите про аромат плода и создание аромата плода. 6 часов беседы, соответственно, консультации, вот там, и аромат плода, его состояние, и так далее, есть лекции, есть все подряд, и так далее. Уже есть, да? Могу не отвечать, да, господи, да? К источнику. Знакомы ли вы с методом Бронникова, который позволяет видеть закрытыми глазами, видеть его техники, есть аналогия в Шулдау, о чем вы занимаетесь вчера вечером? Вот. Дело в том, что Шулдау метод идет на внутренний. Другими словами, например, в сексуальных практиках ты воспроизводишь видение женского тела, когда лежишь с закрытыми глазками рядышком, гладишь лапкой по контуру, там, предположим, и восстанавливаешь внутренним зрением образ. Это сродни кротику без горы, у которой по пещерке вообще без глаз живет, но у него такие монахи, толстенькие звездочки, которыми он четко все ощупывает. У него вся схема его ходов из внутреннего мира в памяти заложена, он знает, где там еще червяк заначен, где еще кто-то, где второй дрот может прорвать. Вот.
внутреннее зрение данного человеку, развитие внутреннего зрения, развитие зрения, упражнение зрения, соответствующие лекции. Помните, там глаз выглядывает за правого виска, глаз выглядывает за левого виска, закрыли глазки и попытались улететь, помните, то, что вы видели раньше, и так далее, и так далее. То есть вот эти вот упражнения – это боевые упражнения дао, куда, в принципе, подходит упражнение, которое со временем перешли от даосов в арсенал ниндзя. Дело в том, что большинство мощных школ ниндзя именно даосского происхождения. В частности, был знаменитый случай, когда это уже связано с запоминанием и видением. Зашли корабли, и весь судовой журнал был переписан, перерисован по памяти несколько ниндзя, которые там бывали на корабле, узнали, что это вправе, языка никто не знал, и поэтому, в общем, без того нового сам журнал был полностью списан по памяти. А начинается все, например, бросили парочку этих на маленькую дощечку камушков, да? Сфотографировали, сейчас это можно сфотографировать, да? А потом попробовали граф восстановить то же самое. А потом сверили с фотографией. Насколько вам это удалось? На самом деле, классики, естественно, другие методы. Вот напоминал, и потом, соответственно, проверял обучение. Именно это позволяет впоследствии, как ни странно, развить видение внутреннее. Человек начинает собирать информацию через кожу и так далее, и так далее, и воспроизводить. Например, идет поезд, он уже представляет, что это такое. Понимаете, что это? А в плане рукопашного боя, вот упражнения, которые делали вы уже вчера, это вот подводка вот такие практики. На самом деле они достаточно эффективны. С другой стороны, я уже говорил о развитии суперспособностей каких-то без применения чему-то. Одно дело, как говорится, с любого человека поспаивать метод Бронникова, другое дело зрячим. Да? Без какой-то конкретной цели, да? Разве что на вечеринке кого-то повеселить. Если ты это для боя спаиваешь, это навык, когда я зашел, вот, там, где на палец, смог добиться. А если ты для отвлечения спаиваешь, извините, это пустая трата времени, преступление против жизни. И, наконец, мы добрались до очень хороших вопросов. Все-таки я решил вас на ночь испугать, а вслед. Вот, например, отношение даоса к смерти в бою. Как-то кто-то сказал, что ниндзя ищет смерть в бою, и поэтому смерть находит его противника. Значит, искать смерть достаточно глупо. Ниндзя, в отличие от самурая, смерти не искал. Это несколько неправильное как бы понимание ниндзя. Одно из первых изданий Сексхэдл Дэнди было посвящено одному моему приятелю, Кузнатусу, который априори был воспитан бой на смерть. То есть он, ну, боец вот просто по жизни, ГРУшник и так далее, и так далее, и так далее. Но мне удалось изменить его психологию, и бой на смерть он стал больше на жизни. То есть поднялся знание еще более возрастного. Это не означает, что бой на смерть может выполнить то, что он может выполнить. Бой на жизни, правда, на том, вот, дело, похоже, что самоубийством, когда это не идти, к примеру, да? Самураи ценились за то, что они не думали. Это нисколько не умаляет, как бы, их искусство, как воинов, там, или еще что-то. Но некоторые традиции без осознания, например, приказ сумасшедшего военачальника, исполняли без прикословно, и так далее, именно за это они изменились.
Ниндзя всегда продумывал, как выполнить задачу с минимальными для себя потерями. Таким образом, самурай может получить удовольствие от того, как он красиво умер. Вот в Лупинсёгу, по-моему, там есть момент, когда отрубили одному голову, да? Он говорит, боже мой, какой удар, само совершенство, моя голова осталась на месте, но я вижу только проблемы. Правильные мысли и сосредоточения. То же самое, значит, воинский майор может специально искать смерть, чтобы умереть красиво. Да? Точно так же это было развито во всех агрессивных религиях, где говорили еще, знаете, вот вы после смерти еще получите бонус. Попадете в рай или еще что-то в этом роде, и так далее, и так далее. Вот даже, извините, смертники мусульманские, да? Некоторые, идя на акт террористический, это очень известный факт, обматывают свое достоинство, чтобы хотя бы много летело до рая, скорее всего. И там с ним уже вот эти гули забавлялись, и он там, как бы все, ну, восстание свинца. Понимаете, это надо иметь такие мозги, чтобы во все это верить. Оно сформировалось такое. Вот такое же мышление было у самурая, или у викинга, или еще что-то, и так далее, и так далее. Умереть с мечом в руке, когда вот какой-то воин, там еще что-то. А у ниндзя хоть обосрался, хоть об этом, там, и так далее, но жив остался и выполнил задание трижды. Так, например, ниндзя перед дураками самураями, дайте мне умереть красиво, хренак ножом себе вспорол живот. Упал, они там отдали ему честь, пошли. Он поднялся, убежал, ну, это крысу зарезал, там, или пару. Пишите, там, кровь все расследует, смесь, мозги не надо, мозги. Ну и, наконец, теория вот с точки зрения... Не до конца. Однако бывает ситуация, когда себя жалеть нужно, это немножко другое. Это не то, что вы идете на смерть. Это идет то, что ты не жалеешь, потому что тебе надо выжить. И ты напрягаешь последние силы и идешь до конца. То есть тебе режут горло, в этот момент ты должен успеть зарезать его в другом месте. И всегда идти до конца. Вот это вот даосская ситуация. То есть переоценивать, но идти. Решиться на этот шаг. Понимаете? Тогда, если точно все кранты, например, там наступают, или еще что-то, ни в коем случае нельзя боли бояться, или еще каких-то вещей и прочее. А это означает определенную подготовку. В том числе, по рожам стучали, подготовка была, пощечины были, щекотка была, нагрузки не были, то органы вдруг и сейчас начали стучать. И впереди еще масса приятного. Даже вот эти вот пощечины, была одна девочка, просто повторяю, что тем не менее, она телохранительница, крепостью владела, и прочее, но какой-то комплекс несчастный с лицом. Ты там пальчиком заденешь, и она уже не могла с тобой спалить, воспринимала то ли как оскорбление, то ли как это. Кулак, однако, держала хорошо. Вот. Вот комплексы какие-то, еще что-то, приучаете себя к восприятию иному боли. Вот мы прорабатывали комплекс давления на точке, в частности, Сережника. Мы в этой группе прорабатывали давление на точке или нет? Мы прорабатывали пяточкой и подножкам вот этих болевиков. Ага. А вот на руки, вот находим болезненные точки, давить, чтобы ломали, чтобы растянулся. А? Да, делали. Отлично. Значит, тогда по мордочкам сдергивания друг друга, поклещивая, не задевая уши, да? Ну, просто для разминки. Щекотку не проводили, скорее всего. Глубокий дыхание щекотку, особенно те, кто вот первый раз там еще считает. Вот. Но в любом случае, вот эти моменты, когда связаны с дыханием, с усилием и прочее,
Удаляйтесь мне ваш интерес, на вас что-то прекрасен. То, что вас пугало, перестает пугать. То, что вы боялись, перестает бояться. Боль для вас приобретает совершенно иной смысл значения. Она практически перестает существовать в том виде, в котором она была до этого. Понимаете, это навыки, которые простейшие, но они должны быть. Они должны прийти к вам. Вот эта стеклянность, которая присуща вашим городским жителям, особенно, возникает такая сахарность, понимаете, это нездоровая вещь. Понимаете, определенное умение сформировать полевое усилие и так далее, это очень важная штука. Ну и, соответственно, какова точка зрения Шоу-Дао на то, что происходит в человеческом, с человеком после смерти? Ну, определенная теория есть, безусловно. И, по-моему, она была отлучена тоже на семинаре Шрака, там и так далее, и так далее. Во-первых, стараются до этого не доводить, а во-вторых, если уже дошло, то создают так называемое огненное тело, которое якобы хранит информацию каким-то образом после смерти. Но проверить это очень сложно, как два зародыша сидят у матери живой, и один другому говорит, как ты думаешь, есть ли после рождения, если вообще что там, не знаю, на них еще никто не обращал. Вот, то есть, кстати, жест, вот эта вот малая истина, открывает большую истину, огромную, как солнце, дарующую мне силы, имеет двоякое значение. Это же знаний, то есть, когда знание умножает большое знание и дарует благодаря этому силу, и рождение, где вот это жест означает не что иное, как просто женский половой орган, где верхушечка клитора, это орган, вы рождаетесь на свет, и у вас начинаются основные приключения. Да, вот. Так что приблизительно ответил на то, что мог. А теперь, пока еще совсем не стемнело, самое время немножко поговорить и понять формы воздействия с различными воздействиями, уже как бы продвинутыми, где присутствует и укус, и болевое воздействие, и какое-то другое, на руки так, чтобы мы воздействовали на рычаги и так далее, и так далее. Например, девушкам это сложная техника, руки тоненькие, ножки тоненькие, слабенькие и прочее. Тем не менее, она все равно должна иметь участок, хотя бы это можно иметь противостоять ей, знать механизмы, и со временем, когда вы стали более-менее покрепче, все-таки научиться что-то применять, тем более это основа противодействия, воздействия оружием. Вы должны знать, что, куда, как, под каким углом и для чего ломается у человека. Вот этот вот момент очень важен сам по себе. Тем более, мне сказали, я рассчитывал, что еще у нас что-то там будет, немножко ошибся в подсчете, но у нас там 15-й день отъезда. Да? Осталось там всего-то ничего. Правильно? То есть два дня это какие? Завтра? Послезавтра, да? Отлично. Вот поэтому, как говорится, многое должны успеть, в том числе и понимание всего порядка. Итак, есть ущемление сухожилия. Наиболее известное ущемление ахиллова сухожилия – это тогда, когда вы начнете ахиллова сухожилия предплечьем, откидываетесь и прочим, то, чем периодически занимаются санкт-министры. Там все дело, времена у нас есть запрещены. Спортивная такая, она бывает нескольких десятков вариантов, достаточно эффективно. В некоторых случаях, особенно если взять, например, бодрый, можно хорошо бежать, там, прочее, прочее. Есть ущемление мышц. Вот здесь, что удовольствие девочки, безусловно, удовольствие. Сколько я не показывал, свои спецключины, ущемление мышц, никто не слышал, если вы делаете. Он 20 лет занимался самбо, там, предположим, товарищ. И все делал через пупок, насилование. Шоу-дау есть прием, многие знают, когда вы ущемляете мышцу, буквально мизинчиком ломаете руку, потому что мышца больна и рука расслабляется. Это
когда вы идете против, естественно, сгиба до конца, это рыбья. Когда идете, дожимая по естественному сгибу, в частности, такое воздействие, это дожим. Просто мы будем позже разговаривать. Если у вас что-то выворачивается из сустава, это узел, в том числе, например, узел спины. Вот. Если вы что-то переламываете или дробите, это воздействие ущемления костей или что-то в этом роде. Удушение нескольких типов. Воздействие на сонную артерию, воздействие на артерии живота, воздействие на органы удушения, удушение комбинированные и на дыхательное горло, да? Ну и различные другие способы. Если предмет какой-то еще что-то перекрыто на дыхание. Воздействие на точку, просто на биологически активное ущемление точки. Воздействие на позвоночник, как отдельная группа приемов, в первую очередь на шею, где будет и рычаг, и узел шеи, и вот, и как разбираться, да, то есть сворачивание и какие-то еще вещи. Вот это вот все разнообразие, включая захваты за кожу, иногда очень болезненное ощущение кожи, оно дает определенное преимущество чисто тактическое. Я уж не говорю о том, что укус – это ну, просто болезненная вещь, вот, трудно не нужно там прочее. Хотя вроде бы кусать-то, в общем-то, нечего, там носик, горлышко, там, да, достаточно эффективность на руках, на прочее. Тем не менее, борешься за нож, рука как каменная, ни хрена с ним сделать не может. Чуть зубом провел, сразу паника, товарищ отдает, вообще все, что может быть, включая чистить. Вот, то есть все нормально. Вот над этими тонкостями мы и попробуем поработать. Первоначально простенькие вещи, это чайки, они зачастую более понятны. Я в основном останавливаюсь на двух-трех рычагах, хотя они могут быть десятки. Дело в том, что развивая специальное мышление, а это уже для продвинутых товарищей, то есть когда вы вот это вот уже более-менее поняли и научились вывести, можно украсить свою технику умением сделать рычаг из любого положения тела. К примеру, вы вот упали на пол, что-то там может происходить, типа борьбы, а вы захватили ручку, повернулись и сломали ее вовсе, потому что знаете, как и куда. Это уже опыт, который дается вот, разбором различных ситуаций. Проще, не начинается все с ключей, которые я покажу здесь сейчас. Кроме того, вот эти боевые приемы, они вторичной их ценностью являются упражнения, которые позволяют сопротивляться этим приемам, а значит укрепляют ваш организм на сопротивление. Для этого, например, берется на тот же рычаг рука, многократно управляется и обратно, управляется и обратно, управляется и обратно. Просто нах мы это делаем. Поэтому это успели или нет? Опять же, неизвестно, да? В общем, объем такой есть. В любом случае, на вот эти вот вещи можно поработать и другие. Что они, безусловно, полезны. Итак, джентльменский набор показываю сразу из нескольких наиболее употребляемых рычагов. Вы немножко попытаетесь запомнить что-то, записать, отработать и так далее, и так далее, и так далее. Первый рычаг будет инерционный. То есть тогда, когда вы практически отбивая что-то, ломаете руку. Его изучать позже. Вы должны иметь представление. Второй, опять же, с использованием усилия удара противника с трещинами конечностей. Товарищ, красную группу,
вы, соответственно, на локте, на руке бьете. Если умеете это сделать, то тоже это получается. Но тоже изучать подробно не надо. Только вы посмотрите, и будете иметь в нем расстройство. Изучение рычагов начинается с получения удара в живот. При котором вы захватываете руку, ударивший ваш живот, и поворотом тела легко ломаете ее. Я повторяю, очень легко ломается. Поэтому никаких усилий, вы должны чуть-чуть разобраться и так далее. Очень травматический прием. Я снова предупрежу, потому что настолько тело мощнее руки, тем более при движении вперед, да, что это вот до сих даже не почувствуете, как по руку, да, что ты бачишь, да. То есть вот этот вот момент вы изучаете. Далее. Выходы на различные формы рычага через предплечье. Специфический удар по зоне над локтем с последующим проворотом после него предплечьем. Там вся фишка в повороте. Потому что именно поворот ломает, а удар как бы расправляется, заправляется, застопорится на качестве. Далее различные виды рычага под плечом и на плече. И вот эти уже штуки, в принципе, стойки достаточно для того, чтобы творить чудеса. Потому что мощные, эффективные, хорошие техники, с ними следует познакомиться. Следует хорошо выполнять. Степочка закис, чувствую, да, надо прощаться с тобой. Нет? Не хочешь прощаться? Нет? Хочешь прощаться или не хочешь? Да? Я не закис. Иди. Ну давай. Давай. Так не стариной, которая замочил пришлую руку, что ли, она и так сегодня поработала. Дадим отдохнуть. А может на свет пойдем? Обязательно. Под свет, под свет, подробно. Так, а может сейчас? Я думаю, что мы еще пока увидим, на самом деле. Да? Это трудом. Трудом. Значит, будет все видно. Внимание, стриптиз двойной. Когда товарищ производит выброс руки, обратите внимание, переломана рука. Это вам осваивать через несколько лет. Почему она переломана? Потому что удар нанесен, почувствовал, насколько, да, легко. Его рука идет, двигается, здесь никакого напряжения нет. Вот это вот движение, ударчик с уходом, да, сломана рука. Суставик вылетел. На этой же основе и такие же инерционные вещи. Ап, это где-то через полгодика-год освоите на следующих курсах. То есть надо отбить и ударить сюда, да? Второй рукой, предположим, тоже пытается ударить. Второй рукой меня и так же сломали. Все, без проблем. Просто как отобрать леденец у мальчика, но позже изучается. Приблизительно такая же штучка, это вот такая вот, даже в самбо боевом она есть. Такая штучка, когда бьют, вот видите, я опять за локтем и перед локтем. Очень часто тяжелая травма предплечья. А вот те, которые просто необходимо освоить, потому что необходимо освоить. Товарищ бьет в живот. Вот этот опасный прием для него. Моментально перелом руки. Посмотрите, что происходит. Во-первых, прием. Видите, как стеночка живота моя уходит? Продолжай держать. Как говорил один мой ученик, жульничество. Видите, он пришел, живот. Наклонился и повернулся. На месте.
следовательно, только часть удара вошла в вас. Но когда она входит, ты вполне искренне и быстро делаешь вот это. Видите плечо мое перед суставом? А это прижато, как родная мама. Потому что вас же ударили, да рефлекторно прижимаете, никуда не денетесь. Чуть наклонились. Локоть вылетает дальше, чем видите. Вот это очень осторожно сегодня попробую. Ребята, пожалуйста, берегите друг друга. Очень опасный прием. Просто у меня всегда сердце кровью обливается, когда я смотрю на ваши детские неиспорченные. Я вам такого понаговорил, что уже вы испорчены. Все нормально. Ломайте друг друга, если, как говорится, хотите. Ну, мало ли кому понадобится, да? Там потом кровная месть пойдет, еще что-нибудь. Но при соблюдении осторожности можно отрабатывать. Посмотрите, как это делается. Он ласково сначала бьет, продолжая вести, а я просто понимаю, как он делается, да? А потом он бьет, не доводя и напряженно держа руку. Я могу это сделать немножко вот с поворотиком, чтобы почувствовать этот толчочек. Поэтому боевые приемы нельзя использовать в спаррингах. Поэтому спарринги могут быть условные, тренировочные. Настоящий боевой спарринг в шоу-дау заканчивается смертью. Все. Или травмой очень сильно. Понятно? Вот вы видите, какая динамика приема? Это же не спортивные приемы. Их по-другому просто нельзя сделать, кроме как сразу что-то выломать. А вот контролируемые приемы, это немножко другое. Здесь уже вы можете там принудить, раскаяться человеку, что он с вами связался, отвезти в милицию, там, перевоспитать, например, и так далее, еще оставить здоровым при этом. Пример. Например, тот же хулиган Степан получает в пах, получает по личику, освобождается у него ручка, и я выполняю вот эту штуку. Это практически учебник боевого самбо, если бы не маленький нюанс. Вот здесь у него находится мышца, которую я аккуратненько ущемляю. Ему становится очень больно, и мне только нагрузочка на мизинчик. Инструктора, которые это помнят, помогут мне в тяжелой работе, показывают всем интересующимся. Поднимите руки, кто помнит. Отлично. Как ущемлять эту мышцу? Перейдете на ту половинку и покажете, когда мы будем его отрабатывать, этот прием. Прочее, чтобы я всем не показывал. Просто забодаю. Вот. И так уже по 230 человек каждый раз подпускающих себя, как мясорубка. Я уже умею его делать, мне больше не надо. Значит, следующий момент. Такая же штука, чисто инерционная, но другого плана. Опять идет ударчик какой-то, да? Я отвел, и вот это то, что вы с первого раза получите сделать, видите, вот такая форма. И здесь рука идет к этой руке, и уже ломает все. Но первоначально обратите внимание, во-первых, защитка вот какая, да? Она сочетается с охраняющим крылом, вот две ручки, это универсальная хорошая защитка, мы над ней тоже поработаем, посмотрите, ап, кроме того, сегодняшний материал по ножкам, ап, видите, я чуть его придержал, правильно? А когда я имею руку, и дальше я могу ее крутить, либо сюда наносить удар и поворот, еще один упомянутый прием, помните, удар и поворот. Этот поворот ломает руку. Либо, если она немножко выворачивается, легкий шаг, задница, ключ и доламывание здесь. Поэтому с чего мы начнем? С вот этих двух приемов. Итак, первый вариант. Ап, ап и поворотик, который выламывает. Попробуйте. Удар и поворот. Вот этот поворот как раз и ломает. Надеюсь, поняли. И второй. Идет атака. Поймали под локоток. Здесь тоже нервный центр, но вы просто вот за локоть практически держите чуть выше. Да? И вот этот провальчик. Да. Вот для чего ломает. Тяжкий, но радостный. Прошу вас. Вперед. Более сложный подход, но похоже. Шенна. По-иному выполняются самбистские, там, дзюдоистские, джиу-джитские и прочие техники этого приема, никто не знает толком. Великолепнейший, эффективнейший, лучший из подобного цикла приемов шоу даосский прием в чистом виде. Да, Степочка, родной, сегодня твой час. Где ты? Давай, да, звездный час. Синхронный сюрприз, этот стриптиз уже не удался, но тем не менее.
сюрприз. Внимательно следите за движением. Непременный атрибут продвинутых довозов. Идет движение. Ап защитился, видите, и уже беру здесь под кисть. Под кисть беру. Рука переходит на кисть. И здесь делается выжимание такое, как будто бы вы на мотоцикле едете. И то ли даете газик, то ли наоборот сбрасываете. Давит наверх. И все это заправляется под мышечку. Вот эта штучка. Это воздействие на кисть. А локоток уже расслаблен и готов к перелому. Второе воздействие на локоть. 145 раз с другой стороны. Идет движение другой рукой. Ап. Поймал ручку. Видите? Усаживаю пальчики со стороны большого пальчика. Поворачиваю кисточку. Уже болевой прием. Уже очень больно, товарищ. Страдает за вас. Компенсируйте ему чем? Плавать вас учил сегодня? Тут. Вот, и дальше. Не смейся, а то не поверят. Значит, теперь я делаю на кисть, а теперь, вот смотрите, поворотик туловищем, да? Видите, это уже локоть сломан. Он доходит до конца, и там уже расстается и с кистью, и локтем, и спереди, и вообще. В принципе, насколько я помню, когда вот боевое искусство планеты, большинство догадывалось, что там происходит. Однозначно. Почему? Потому секретные что техники. С одной стороны, как говорится, ну, настолько как-то непутевые фотографы были у редактора боевого искусства планеты, что все время меня с задницы как-то снимали. Ну, невозможно было по-иному просто крутиться, иначе само движение как-то терялось. Ну ладно. Здесь я во всех ракурсах покажу. Опять сосредоточимся на ударе, коли не все видели. Смотрите, он бьет. А движение, видите, отвел. И уже взял. После чего, вот кисточка давит, а это поворачивает. Поворачивает, на тебе лично покажу. Вот, и вот этот момент. Болевой и воздействие. Болевой и воздействие. Вот на локоть, вот на кисть. Вот на локоть, вот на кисть. Степка, держись. Подайте сиамским братьям. Там это будет немножко другой прием. Например, вот такой. Вот этот вот, значит, она возмутилась, потому что я микрофоном не пользуюсь. Значит, когда мы работаем в другом варианте, сейчас я как бы защищался, это достаточно сложное действие, а мы попробуем от другого. Смотрите, я атакую, вот с чего мы начнем отработочку. Он защищается, смотрите, моя рука делает поворот и выходит на кисть. А отсюда я подхватываю ее. Все. Вот с этого приема мы начнем. Под другим углом. Стой здесь. Я атакую. Ап. Оп. Выполнение. Под другим углом. Опять я атакую. Он отбивает мою руку. Я выхожу сюда. Вот она, видите, попалась куда? В развилку пальца, со мной большого. Здесь подворачивается сброс газа. Да? И... накладка руки. Милости просим. Не раздавить губы, а зубы и предмет, который вы кусаете. Контакт щекой с захваченной конечностью или местом, на которое вы выходите. Выход в первую очередь глазным зубом, то есть клыком или какими-то другими на мелкие суставчики в основании пальцев. Мощное откусывание с пережевыванием из лекции Александра Николаевича Медведева.
совмещенное выживание и бой на уничтожение. Откусив нос, не спешите его выплевывать. Возможно, это единственная пища, которая будет в вашем организме за все время вашего преследования. Это шутка. Из анекдотов об Александре Николаевиче Медведеве. Все, продолжаем работать. Просто напомнил о том, что есть укус, такая штука, и мы, возможно, завтра уже с ним поработаем более серьезно. Ситуацию сейчас показываю для разнообразия, пробудить мысль. Так не видно ничего. Может, под фонарь все-таки? Пожалуйста, под фонарь подойдем. Там рассядетесь кружками и прочее, прочее. Ну что, вперед под фонарь. Как говорится, крутые формы. Итак, наношу удар. Значит, Степочка внутрь отбивает, круг. Виден, почему большой палец прихватил уже? Фаза. Понятно? Просто оттопырился. Взяли снизу ручку. Давай на этой ручке покажем. Джбом. Секрет фокуса ясен? Болевой на кисть позволяет подтянуть и взять локоть. Как почувствовали сопротивление? Ощерили зубки. Сцепили суставки. А здесь давите вниз и поворачиваете, вот прижимая локоток. Все. И присаживайтесь. Все. Руки. Компьютеры сработали? Отлично. Сомневаюсь, но ладно. Значит, тогда давайте та же самая хрень, просто из каких-то других уже более живых форм, чтобы вы немножко вот попривыкали к этому. Например, начинается так. Джбунг, 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 шлеп. Джбунг, 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 шлеп. Если вы это научитесь делать, нет никаких проблем. А-ля бокс. Ударил в морду. О! Шлеп. Без руки, товарищ, да? Сложно наказуемо. Смотрите, видите, прилипла ручка. Чуть поворачивайте бедрышком. Все, уже на месте. Что у нас спадает с вами? Опять идет какой-то движение. На! Подхватили сюда, перевели сюда. Взяли. Свободно. Форма сама ясна, да? А там как ни крутишь, все хорошо. Посыл такой, ня-ня-ня. Что тут исполнять? Причем, смотрите, я могу взять за кисть, я могу взять середину кисти. Чтоб тоже разнотолков не возникало, да? Видите, где пальчик? Могу даже так, раз он схватился за пальчик, оба-на. Да, там глазик, раз он отбил, схватился за пальчик. Нехрен хватать. Опять начинаешь что-то. Джин-джин-джин-джин. На любую. Куда хотите. Хотите налево поворачивать, хотите направо. Удобнее. Короче, утомил. Давай, вперед. Как бы три воздействия. Дожим. Поворот. И вот дуговое движение. Их можно делать как отдельно, так и вместе. Все вместе.
давить обязательно в обратную часть, там, где косточки есть, там, где косточек нет, между пальцами проскальзывает, вы ничего там не удержите, вот сюда не давят, здесь воздух, вот сюда давят. Сегодня без дожима, завтра с дожимом уже на земле попробуем, просто вот такое вот, без падения. Просто научиться прихватывать руку и выходить вот в это положение. А как ручка прихватывается? Из любого положения. Это просто, ну вот просто из любого положения прихватывается ручка. Да? Откуда бы она ни шла, она всегда прихватывается. Если она начинает сопротивляться в одном направлении, то это другое. Эти два приема в паре все время. Да? Потому что, например, я попытался сделать прием, а он начал выворачиваться. Подлить сволочь. Да? Вот на другом приеме сразу же. Как только какие-то проблемы, откусили палец сразу. Все нормально, да? А еще дополнительно, смотрите, видите большой пальчик? Болевой. Видите, вот так пальчики тоже болевой, да? Начинает прокручиваться, не даете. Управляйте человеком, он весь в вашей власти. Но пока следующий, например, ап защищается, оп, взяли руку. Ап защищается, оп, вы же чувствуете, да? Берете руку, как вам удобно. Слишком сюда пошел, значит сюда крутите. Сюда пошел, значит сюда крутит. Просто до безумия. Разберитесь со своими руками. Видите, вот она, все. Вот вы взяли ее. Дожим, поворот в этой оси. И вот это, которое самое бросает и прочее, прочее. Дополнительно, еще несколько сведений. Если товарищ сильно держит руку, естественно, хрен я ее поверну. Однако, легкое воздействие, ручка расслабилась. Легкое лишение равновесия, ручка расслабилась. Одним пальчиком просто бросаете, да? Легкий укусик, ручка вдвойне расслабилась. За пальчик схватили, ручка расслабилась. Пальчик отломали рычагом, узлом, рычагом, узлом, ручка расслабилась. Еще раз отломали всю ручку, отломали локоток, узлом и вообще расслабился. Вот захват, вот прием. Походили, посмотрели, усвоили, прочувствовали на себе, резко не делать, изучать. Работаем. Опоздал по причине пожара. Только что бодрыми действиями, гунными пятками, герой еще по-честному, был воздушен пожар. Пока они тушили пожар, я одевался. Сейчас они бегут. Хорошо иметь. Третья девочка. Вот. Перенеси легко проработал. Ставьте сразу за кого. Значит, теперь следующее. Вопрос по литературе. Какую литературу рекомендовать? Это достаточно сложный вопрос, потому что в свое время, например, с радостью рекомендовала нам тогда, пока я еще не разобрался, не потом оказалось, что прочитать перевод надо, но исполнять ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что масса ошибок, человек просто сыгун и грамотен. Как популяризатор своего роли, безусловно, сыграл, но об этих, в общем-то, накладки я все время говорю. Во-первых, недоделанные, так скажем, очень вредные для здоровья и опасные. Это круги, вот эти то, что называют микрокосмические орбиты, без охлаждения встречного круга воздуха и без совмещения с кругом воды, так называемого. Да? Упаковки совершенно без какой-либо подготовки, без упоминания, что надо делать упражнения, что надо делать массажи и так далее, и так далее. Недостаточная физическая нагрузка и вообще мало упоминания о ней при выполнении упражнений цигун. Никаких подводящих упражнений, как-то расшифровывающих это все, и так далее, и так далее, и так далее. Короче говоря, книжки становятся опасными, потому что что-то умное, а потом говно. А не открывший ум, он как-то и не отличит зачастую сразу, что почему, да? Вот, поэтому как бы уже товарищи, которые хотя бы немножко познакомились, но с другой стороны все равно люди не читают. Просто просьба как более не фильтровать базар, да? Если не разобрались, посмотрели сначала у меня, или спросили, или еще что-то. Я, в общем-то, достойно.
Вот. Телефон есть. На всякий случай, кто хочет смотреть компьютер, интернет, залезть, смотреть, давайте я сейчас продиктую. Телефон для консультации. Не сразу можно дозвониться, нужно дозвониться, потому что, ну, сейчас я, например, вижу связь какой-либо, да? Вот, и прочее. Значит, кто не дозвонится, кто не дозвонится. В течение нескольких дней. Вот, но потом наступает момент, да? Я доступен. Итак, московский телефон прямой 775-94-19. Отчасти эти телефоны, по-моему, должны быть указаны и в книжечках, которые вы видели. Второй телефон 8-962-9-10-04-01. 8-962-9-10-04-01. Вот все, кто подходит со здоровьем, должны понимать, что дать не просто какой-то вот общий совет по любому заболеванию, дать какой-то совет, например, а у вас диабет, ну, убери там отвар из черники, скоро фасоли, да, у вас тоже еще и так далее. Но лечится все-таки человека, поэтому необходимо знать состояние его внутренних органов. Для этого вы должны пройти УЗИ. Список заболеваний, которые когда-либо болели, другие данные по крови, по моче, по еще каким-то вещам.